О чем идет речь и насколько она жизнеспособна, обсуждали за круглым столом депутаты Госсовета Чувашии и главы муниципальных образований. Суть поправки. Наряду со всенародными выборами главы, выборами главы из состава депутатов, предлагается и третий способ – выбора главы на конкурсной основе, подобно тому, как выбирают сити-менеджеров. Это уже не первое изменение в законе, а восьмое – всего-то за полгода. Корректировать законотворчество на местах в таком темпе сложно, но приходится. В органах власти уверены, опираться надо на мнение самих глав. Вы на местах выполняете те полномочия, которые возложены на уровень районов и поселений. И вы лучше других знаете, вот каким образом все это надо исполнять, в каких условиях взаимоотношения лучше выстраивать. Главы муниципалитетов, а за круглым столом собрались опытные управленцы с большим стажем, единодушно высказались в поддержку третьей модели. На конкурсной основе уже несколько лет выбирают сити-менеджеров городов. Не секрет, что всенародные выборы глав поселений провести довольно сложно. Не хватает достойных кандидатов. Доказательства: из всех победителей прошлых выборов 69 уже не работают по разным причинам. Главы тоже бывают неадекватные. Почувствовали власть, например, на 5 лет. И вот 5 лет он должен просидеть. Это раз. И второй пункт я хочу сказать. Вот у нас за 5 лет, последние 5 лет, главы, 4 главы поменялось у нас. И вот до сих пор у нас нет главы, исполняющей обязанности. И затрачены деньги, силы и, самое главное, доверие избирателей, доверие сельского поселения. Подчас сложно складываются отношения между главами поселений и главами районных администраций. Иногда ситуация доходит до абсурда, посетовал Николай Глухов, успевший поработать и на посту главы района, и на посту руководителя Батыревской администрации. И привел отрывок из своей служебной переписки. На основании изложенного, в силу действия законодательства Российской Федерации, вам не предоставлено право обращаться подобные указания в наш адрес. И прошу впредь воздержаться от направления в наш адрес писем подобного характера. В противном случае будем обращаться в прокуратуру. Наш глава поселения сегодня будет обращаться в прокуратуру против главы администрации района из-за того, что я у него попросил предоставить мне сведения по учету жилья данным сельским поселением. Потому что в соответствии с изменением федерального закона сейчас это возможно учет вести нам. По мнению всех участников круглого стола, выборы на конкурсной основе уравняют в правах глав муниципальных образований и глав администраций, повысит их ответственность. Иными словами, и лебеди, и раки, и щуки перестанут тянуть ВОЗ в разные стороны, что благоприятно отразится на работе в целом. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.